Некрупные камни Шайтанского перелифта трудно фотографировать. Вернее, в возне с ними очень много. Поэтому вот часть перелифта решил оптом предложить. Разные узоры есть покрупнее. Вот такой вот темноватый. Это светлый, на просвет он должен просвечивать. Небольшие кусочки перелифта. Поделки, может, кому-нибудь нужны. Здесь светодиодные лампы включены, поэтому... Тоже неплохие образцы. О, краса какая. Вот оригинальный образец. Это нежные, нежные переходы. Смотрите, белый какой. Это плоские образцы, зато рисунок какой. Тоже на просвет просвечивать будет. Ну, это вообще оригинально. Халцедончик, что ли, поверху. Это красно с медовым оттенком. Вот тоже образец интересный.
коричневый. Коричнево-белый. Вот тоже срез сделаем. Необычный какой-то. Бордовый с прожилками, хороший цвет. Медовые. Интересные. Еще с рисунком. Это белый. Белый, чуть слегка коричневый. Вот тоже разноцветный. Образец. Это темный. Вот интересные образцы. И рисунок волнистый также. Вау. Плашечка. Так, посмотрим, сколько же здесь условно на бытовых весах. Четыре с половиной, ну ведро там 200 надо. До 5 килограмм воды. Так что вот, кому нужно,
пожалуйста, на почту присылайте.